Выборы президента Венесуэлы назначены на 14 апреля, дату объявила избирательная комиссия страны. Два кандидата, между которыми развернется основная борьба, уже известны. Это Николас Мадуро, преемник Уго Чавеса, он сейчас временно исполняет обязанности президента, и оппозиционер Энрике Каприлес, он был основным соперником Чавеса на последних выборах в октябре прошлого года. Тогда ему удалось набрать более 44% голосов избирателей.